Короче, здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и это рубрика «Моды на игру, когда соседа, которые присылают подписчики или просто гости канала». И сегодняшний мод у нас называется «Как достать соседа Outlast». И выглядит этот мод уже очень даже прикольно. Причем еще и для первой попытки. Выглядит менюшка довольно-таки необычно. Еще вот такая кнопка офигенная, блин, есть. Авторы оригинальной игры только. Настроечки. Ограничения по времени. И отчет о багах, цветной курсор высокого качества нет. Ну и выход, конечно же. Ну и начать игру. Собственно говоря, описание ничего тут не поменялось. Но тут глава 1, глава 2, глава 3 обучение. Давайте посмотрим, чем еще кроме менюшки тут отличается, что. Что это за музыка, вот я не знаю. Главное, чтобы авторских прав не было. Ни на какую музыку. Три вопросительных знака тут вместо времени. Никаких этих движений нету, да? Что-то я пока не вижу особых отличий. А! Вуди не издает, короче, таких вот звуков и некоторых движений. Он и смеяться, наверное, не будет, да? Нет, будет. Нет, будет все-таки. Ошибся. Что-то двери вот темнеют, непонятно почему. Понятно. Так, ну это... Ну давайте проверим, почему бы нет. Так, ладно, давайте на другой уровень перейдем, потому что это никаких изменений что-то нет. Совсем. А, темнее стало, темнее. Просто стало темнее, больше ничего не изменилось. И сосед, по-моему, чуть-чуть быстрее ходит. В остальном все один в один. Кстати говоря, есть один вопрос к подписчикам. В игре Neighbors Back From Hell, ну, в ремастере. Один подписчик, которого вы все, наверное, прекрасно знаете, Рустем Билюлаев, говорит, что телевизор издает вот такой шум там, даже когда эта антенна не закручена. Я не замечал никакого шума, когда антенна не закручена. И вот вопрос к вам. Замечаете ли вы,
Есть, слышите ли вы там шум от телевизора, даже когда не закручена антенна? Вот он слышит и говорит, что это нифига, это ему не кажется, что это реально так. Я не услышал, даже когда я выключил музыку. И вопрос к вам, услышали ли вы? Мне лично кажется, что ему кажется, что это шум. Может, это шум от компьютера, от пива. Но он говорит, что это именно от телека. Но я от телека нифига ничего не слышал. Давайте, как всегда, откроем второй сезон и посмотрим, что там. Но, скорее всего, там ничего опять не изменено. Я смотрю, тут ничего такого не изменилось. Ну, для первого мода сгодится. Очень даже сгодится. Шум от телевизора, я говорил, именно Neighbors Back From Hell. Neighbors Back From Hell. Neighbors Back From Hell, кстати говоря, недавно вышло на мобилке. Я делал обзор, как вы знаете уже, наверное. Я Рустему потом, конечно же, рассказывал про то, что она выйдет на Android. Он сначала разочаровался и говорил, не-не-не, зря вот она выйдет на Android. Очень зря, потому что ПК-версию, оригинальную, когда с соседа ПК-версию, самую-самую оригинальную 2003 года забудут все. Побоялся, что ее все забудут, если Neighbors Back From Hell выйдет на Android. Чё за бред, господи, какой ты, блин, глупый. Вот это вот я подумал, когда вот это услышал. Нет, более того, он даже подумал, что оригинальную КД соседа больше нельзя будет скачать. Ой, как так можно было вообще, я не понимаю. Это возмутительно. Как тебе такое только в голову пришло? Именно с оригинальной, когда соседа вся эта история начиналась. Как ее могут забыть? Никогда никто ее не забудет. Я ему это объяснял. Он сначала вроде бы говорил, ну да, ты вроде прав. Потом опять начал говорить, нет, я все-таки волнуюсь за оригинал. Никогда в жизни не удалю его с пульта. Ну, потом еще пообъяснял и наконец-то понял, что он бред наговорил всякий. Ну, как вы знаете, там косячная ли версия для Android вышла как такой же косячный, как и на ПК, с багами. Багов стало еще больше. А еще один минус есть, который я не сказал в обзоре, это то, что... Она оптимизирована плохо. Некоторые жалуются, что у них не работает. У них игра не работает, то ли коряво работает, то не запускается. И у меня вот так же. Вот у меня на телефоне, на смартфоне работает, а на этом эмуляторе Nox не работает. Она работает, но заходишь в главное меню, и там просто пусто. Никаких кнопок нет. Просто нет кнопок. Ладно, вот этот уровень проходим, остальные просто просматриваем. Но мне кажется, они тоже не изменились, кроме того, что там темно. Ha ha ha!
Надо было вопрос вот про телек на стриме еще спросить. Я думал об этом, но забыл. О, даже эти кнопки тоже звуки дают. Погодите, надо ритм создать. Нет, стоп, еще раз. Нет. Да блин. Да блин. Да, сложно, сложно. Этот ритм создать. Да блин. Ну почти получилось. Так, ну остальные уровни просто смотрим. А, тут даже ничего не затемнено. А как это счет этого? Здесь затемнено. Здесь тоже, наверное, затемнено. Просто. Ну да. Так, ну давайте вторую главу смотрим. Сезон. Да, тут тоже просто затемнено. Я так понимаю, остальные даже нет смысла смотреть. Там то же самое все, я так понимаю. О, тут вообще ночь такая получается. Правда, кто дневной. Ну ладно, короче, заканчиваю с этим модом. Короче, какую бы нам ему поставить оценку? Мы поставим ему плюс-минус. Плюс за какую-то работу. Вон менюшка прикольная, звуки прикольные. А вообще и очень даже круто для первого мода. Ну а минус за то, что уровни так не изменились, просто затемнение было и все. Но для первого мода это очень-очень классно, очень-очень классно. Ладно, давайте переходим к следующему моду. Следующий мод называется как The Neighbors From Hell Extra. Многообещающее название. Автора вы видите его, это Алексей М. И, собственно говоря, а, мистер Дуде, это он и есть, оказывается? Только сейчас узнал. Короче, он сказал, что музыку надо выключать в меню. Я так не понял, зачем авторские права или что? Зачем тогда надо было добавлять эту музыку, если авторские права? Ну, давайте, короче, смотреть. Ох, нифига себе, вот эта загрузка. А. Прикольно. Ну, а если не в меню, то как музыка звучит? А, ну так же звучит, так что давайте в игру врубим. Даже? Ну и что тут у нас? А, мы эти с вами видели картинки. Опа. Это что такое? Гомер Джордж Симпсон. Что с ним не так? Что с ним не так? Он разложен на части. Срасит сло. Так, можно нарисовать какую-то фигню. Так, откуда? Ага, двери появляются из ниоткуда. Здесь нужны... О, здесь 3D-очки нужны. Это Эндрю Сэм и это Огда Гарри. Я, кстати, самозванец. Я, к сожалению, не видел ни один из этих мемов у него на канале. Оккультисты не умирают. Джо оккультист. Теория Эндрю Сэма фанат Plants vs. Zombies подтверждена. Вы действительно хотите
Выйти из игры, из окна нужно... Чего, блин? Как-то необычно это все, если честно. Да, отличное место для перенесения кнопки. Дальше, больше челлендж пройди, когда соседа в 3D очках. Эх, если бы они бы у меня были. Ну, загрузка красиво выглядит. Так, ну тут, я так понимаю, просто по кускам. Давайте следующую серию посмотрим. Крутой, а Максимадзе крутой? Это вопрос к вам в комментариях. Ох, ни хрена себе. Это пипец какой-то, если честно, уже. Только и чё, а чё тут написано? Больше ничего не написано, ну ладно. Блин, вот это, конечно, офигенно выглядит. Но как-то играть как-то что ли противно или что? Ой, господи, как все расплывается, пипец. Как в такое можно играть? Шкаф-то тут есть? Есть. Чё вообще происходит, ё-моё, бля. Чё это там были за глаза крабов, бля? А, звуки дверей из Майнкрафта. А, правда... Ну да. А, ну да, звуки из Майнкрафта, точно, точно. Так, следующее, что дальше? Зачем мне холодильник, если я не курю? Мухи, вертолета не существуют, зато существует пчела-самолет. Открыть очки, открыть открытый ящик у меня было. А не коробку. Загадка от Вуди. Было 20 клонов, когда цвет соседа. Сколько на размышление дается одна повторяющаяся мини-игра? Холодильник, чтобы варить самогон и для магнитиков. А еще не курящие больше питаются. Интересно, интересно. Мод говноторт называется. Скрема не вышло. Ой-ой-ой, ну как в это можно играть, ребята? Как в такое можно играть? Скажите мне, пожалуйста. Тут у каждого уровня просто приколы есть. Так, у телеэкрана. Музыка из КДС соседа должна играть везде. В супермаркетах, кинотеатрах, в лифтах, боулинг-клубах, везде. Наверное, мой кузен Вовчик также считает. Следить за тем, о чем думает сосед, бла-бла-бла-бла-бла. Это все уже было. Ребята, пипец. У меня глаза аж болят уже, если честно, от такой фигни. Каравай, у соседа сегодня говноторт. А откуда он у него? Он приготовил ему или заказал? Сосед приготовил лепешку, угадайте какую. Правильно, с говном. А нет, не с говном. А не-не-не, с говном. Хотя выглядит... Нет, он выглядит, как будто говно было в пакете. Говно в зеленом пакете, по-моему. Но, чё он не спрятался-то? Вот надо шутиху засунуть туда, посмотреть, как взрыв выглядит. Давайте засунем туда эту... Ну, шутиху. Взрывчатку. Посмотрим, как говно взорвется. Говно, наверное, забрызгает всю кухню и соседа. Было бы прикольно. Кстати, о говне. Это напомнило мне немножко одно вонючее ДТП в Кирове. Там столкнулись две машины, в одной было говно. Говно вылетело в салон.
Вот, я так и думал. Говно забрызгало всю кухню и даже вот сюда. Не, это прикольно, конечно, вообще, серьезно. Короче, столкнулись два автомобиля, Рено и Калина. Говно было в Калине. Конечно, кто в Рено-то повезет говно. Сейчас. Там, короче, водитель Рено резко затормозил, а водитель Калины не успел среагировать. После удара бак с навозом в багажнике, как катапульта сработала и забрызгала весь салон и водителя. У него почти вся голова и куртка была в коричневой жиже. Так, ну тут... Наляпанное вот здесь. И, короче... Еще вот этот момент забавляет меня. А кто-нибудь получил у вас травму-то в Рено? Ну, бабушка что-то на спину жалуется. Но она и раньше жаловалась. Это прям вообще отлично. У нее и раньше было. Ладно. Ну и последний уровень остался у Дагари. Я не прочитал, что там написано. Actors Swing, Swing House, Swing Hop. Лучший музыкальный жанр 21 века. Вот зачем вот это вот добавлять сюда, а? Чё, серьёзно? По-моему, в каком-то моде это было уже, только не так коряво. Дайте угадаю. Говно опять в холодильнике. Точно. Точно, точно. Наш сосед... Титуль еще такой есть. Наш сосед, наверное, специалист по говным делам. Как говёный эксперт. Специалист по колотрафику, блин. Ладно. Такой вот, короче, мод. Я ему поставлю плюс-минус чисто за эти шутки. Смешные. Блин, прикольно вообще. Мы узнали, что наш сосед специалист по говным делам. Ладно, короче, на сегодня все. С вас лайкос, подписозы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.